Всем привет! Это снова продолжение прохождения Готики. У нас имеются сейчас все 5 юнидоров. Теперь нужно отнести их Сатурусу. У нас как раз остался свиток портала к магам воды. Сейчас только я тут убью пару шершней глорхов, которых мы видели. Но я их еще не убил. Так, ну-ка проверим, смогу ли я перепрыгнуть тут. Ха, смотри-ка, смог. Зашибись. Ладно, идемте шершней мочить. Уи! Бултых. Забираем крылья. Теперь глорхов убьем. Так. Огненный шторм. Лучшее средство против глорхов. Минус один. Сейчас восполним жизнь и ману. Потому что как же мы телепортируемся в лагерь? Ну, точнее, в новый лагерь, если у нас маны нет. Так, где тут у нас этот свиток? Вот он. Этот убираем, свиток трансформации в лесного жука. Берем портал к магам воды. Что ж, Сатурус, бери последний юнитор. Я нашел один из юниторов в разрушенном монастыре. Там я встретил наемника Горна, и он помог мне в поисках. Отлично! У нас есть все 5 камней! Наш лагерь в неоплатном долгу перед тобой. Ты заслуживаешь мою вечность. Сходи к Риордану. Конечно, его награда будет мала по сравнению с тем, что ты... Кронос тоже хотел тебя видеть. Он приготовил тебе небольшой подарок. Руду, понятно. Теперь ты можешь взорвать Железную гору? Теперь мы можем взорвать Рудную гору? Теперь у нас есть все необходимое, чтобы осуществить задуманное. Только вот барьер был сотворен 12 магами. Чтобы направить эту огромную энергию туда, куда нужно, магов Круга Воды недостаточно. Что же здесь можно сделать? Ты уже сделал для нас очень много, но если ты согласишься на мое пред... На какое пред... Сходи в старый лагерь и попытайся уговорить некоторых магов Круга Огня помочь нам. Магов Круга Огня? Не думаю, что они согласятся с твоим предложением. Если барьер будет разрушен, они лишатся всей своей власти. Именно по этой причине я предлагаю тебе... Скажи магам огня, что мы все еще помним те старые добрые времена, когда мы вместе изучали магическое искусство. Что ж, но я ничего не обещаю. По-моему, это почти невозможно. Все же попробуй. Лишь одно... Одно что? Неважно, ты должен уговорить их. Возьми эту руну. Руна, думай... Надеюсь. Понятно, думать. И
он нам руку дал. Говорить. Ой, что-то тряхнулось. Землетрясение началось. Не к добру это. Во имя ма... Когда начинается землетрясение, всегда что-нибудь происходит. То тролль появится, то еще что-нибудь. Похоже, не думаю, к добру. Сату... А? Так, давай сюда, зельки. Иордан не дал нам награду. Давайте. Я не хочу в этом участвовать. Чтобы со мной поступили так же. Не думаю, что здесь хоть что-нибудь изменится. Возможно. Нельзя верить всему, что слышишь. Бонус к мане максимальный. О, спасибо. Только между нами. Я больше не слушаю пустую ротацию. Возможно, уже лучше я посмотрю со стороны. Не самое лучшее решение. Сказал, если ты не сможешь говорить мангу, то останется только из... одно. Одно что? Раньше все было. Вокруг слишком много времени. Не думаю, что здесь можно хоть что-то. Давайте выпьем зелье быстроты. Бежим быстрее. Ли? А ведь когда-то я вел совсем другую жизнь. Я был одним из лучших генералов королевства. Всю свою жизнь я боролся за его свободу. Знать не принимала меня, но король прислушивался к моим советам. Вельможи считали, что я представляю угрозу их грязным интригам. Я недооценивал их коварство. Они не побоялись убить королеву ради победы надо мной. В этом бессмысленном убийстве обвинили меня. У короля Рабара не осталось много выбора. Мои заслуги перед королевством спасли меня от смерти. Но у меня забрали свободу. Когда-нибудь я вырвусь отсюда. Вот тогда они за все поплатятся. Я должен им отомстить. Ну и что? Ну и поговорить. Рассказал он свою историю. Даже поговорить с ним нельзя об этом. Ладно. Раньше все было намного лучше. Идемте. Возможно, что сейчас. Хотя, мне кажется, можно тут еще громкость музыки прибавить. Вот так нормально. А то вы можете слишком тихо. Я-то знаю, что у меня записывается музыка громче, чем в игре. Сейчас у меня. Но все-таки я немножко увеличу громкость. По-моему, там все еще тихо. Потом проверю запись. Если нормально, то верну старую громкость. Убил парочку шершней. Теперь несемся туда. Ой. Зелье закончилось. Точнее, его эффект. Что-то не особо мы далеко, конечно, пробежали. Ладно. Дальше прыжками побежим. Ну или просто так. О, вон еще один шерсть. Эй. Точно, новая глава, новые твари. Там волчок. Ой, а лук
мой где? А, ну точно, после того, как я в мясного жука превратился, мне заново надо надевать оружие. Вот мой лук. Так, стоп, я в новом лагере хотел лук купить. Ладно, куплю еще. Вот и старый лагерь. Стоп, ворота закрыты. Нет, открыты. Так. Мне почему-то показалось, что закрыты ворота. А, нет, ворота действительно закрыты. Милтон. Говорил же я, тут что-то не так. Они все мертвы. Так я и знал. Все мертвы. Я не мог им помочь. Я был... Сейчас узнаете. Меня там не было. Я... Успокойся, Милтон, что случилось? Все маги огня мертвы. Все, кроме меня. И я тоже был на волосок от смерти. Лучше расскажи мне все по порядку. Ладно. Спокойно, Милтон, спокойно. Все началось с того, что обрушилась старая шахта. Старая шахта обрушилась? Так вот, что да, за землетрясение все произошло было. Очень быстро. А думаю, никто не уцелел. Знал, что-то произойдет. Вход в шахту блокировали стражники. Как же она могла обрушиться? Понятия не имею. Те из рудокопов, кто был в тот момент у входа, потом говорили, что началось что-то вроде землетрясения, а потом из туннеля вырвалось огромное облако пыли. Ты был там? Да. Там я и узнал, что шахта обрушилась. Ты говорил что-то о магах огня. Я знаю только то, что вскоре после того, как шахта обрушилась, их всех убили бароны. Когда я вернулся от гробницы, стражники у ворот внезапно напали на меня. Они называли меня предателем. Мне едва удалось уйти. Зачем баронам понадобилось убивать магов? Зачем баронам нужно было убивать магов? Это же глупо. Ты прав. Но у меня не было шанса спросить об этом у стражников. Они сразу же взялись за мечи. Возможно, Диего что-то знает. Как раз в то время он был в лагере. Ты должен спрятаться там, где они не смогут тебя найти. Нет. Мы с Диего договорились приглядывать за воротами и предупреждать наших друзей из других лагерей. Они ведь ничего не подозревают. Пожалуйста, поговори с ним. Где я могу найти Диего? Он скрывается у вторых ворот, на другом конце лагеря. Пожалуйста. Поговори. Понятно. Значит, все. Я вроде как теперь уже не принадлежу старому лагерю. Изгнание из старого лагеря? Да. Все. Мне надо уходить в другой лагерь. Ну, я вообще-то знаю, я сейчас в новый лагерь перейду, если я раск. Только мне надо с Сатурусом. А мне сейчас не до Сатуруса, надо поговорить с Диего. Да, кстати, давайте убьем вон тех стражников. Давайте их убьем. Опыт заработаем, а мне он нужен. Чтобы еще пятый круг магии изучить. Это уже Сатурус поможет. Блин. Простите. Ты убил нашего человека. Извините за мат. Это я как-то случайно. Так. Да
дайте мне прицелиться. Теперь надо избавиться от стрелка. Ты убил нашего человека! Людей. Теперь твоя очередь! Руду еще забрали. Да, руду не забрал. А, ладно, заберу потом. Блин, сколько они у меня руды забрали. Так, убиваем сначала вон того. Ты убил нашего человека! Если будешь лезть ко мне, ты сильно пожалеешь! Все еще живой. Все, теперь он дохлый. Окончательно. Этот трус от нас уходит. Стреляют по мне. Ох! Ах вы собаки. Еще не умер. Зато я скоро умру. Пьем зельки. Надо будет еще зелье купить. Так. Драконий корень. Бонус к мане 30, бонус к максимальной мане 1. Отлично. Это нам подходит. Ладно, ты в нас стрелами, и мы в тебя тоже стрелами. Ну все, теперь нет смысла его даже добивать. Он и так мертв. Thank you.
Пойдемте обыщем их трупы. Свигали, я ж его расстрелял. Умри. От стрел они сдыхают же сразу. Вот собака, а. Подождите, ну-ка глянем, может арбалет мощнее, чем мой лук. Легкий арбалет, урон 50, лиловый лук, урон 48, беру арбалет. Только у меня стрел вот арбалетных маловато. О, рудаков больше нет. Ну все, как я говорил, теперь я могу все их добро забрать. Вот в их сундук. У нас тут. Короче, война началась. А, быстро. Стрел купить побольше. Да, кстати, а Ковалор... Я же совсем забыл про Ковалорна. Вообще-то Ковалорн, он не причастен к этой банде, так что такое со мной больше не у него можно все еще покупать стрелы и прочие товары. Так. Там тоже стражники. Мы их убьем. А вон Диего. Ладно, давайте сначала убьем стражников, а потом поговорим с ним. Ты совершил большую ошибку, убив одного из нас. Стрелок. Обратно, ведь она тебе больше не понадобится. Ха-ха-ха. Ладно, надо еще вон тому стражнику дать пинды. И... А нет, он уже и так умер. Они
Мне как раз понадобятся ваши арбалетные стрелы. Так, а у нас появился арбалет помощнее. Здесь только я затеваю драку. Ох! Еще один стражник. Эй, тихо. Привет, Диего. Я встретил Мильтона на другом конце лагеря. Хорошо, когда ты в курсе последних событий. Ты знаешь, что планируется нападение на свободную шахту? Опа, тут еще и война. Зачем они хотят напасть на свободную шахту? Это долгая история. Расскажи. Это далеко не первая долгая история из тех, что мне приходилось слышать. Ну ладно. По счастью, я оказался в особняке баронов, когда они узнали об обвале в шахте. Гомес чуть не обезумел от ярости, услышав это известие. Верно испугался, что его положение может пошатнуться. Еще бы! Тот, кто контролирует добычу руды, тот держит в руках всю колонию. Ты прав. Теперь у него нет никакого источника руды, поэтому скоро нам перестанут доставлять товары из внешнего мира. Никто не будет работать на него, если он не найдет новый источник дохода. И из-за этого он хочет напасть на свободную шахту? Ну, понятно. Это, если честно, последний шанс Гомера. Часа два назад около 20 стражников. Так, понятно. Значит, пипец. Понятное дело, ему ради власти надо. Он сошел с ума! Я расскажу об этом в новом лагере. Тогда тебе нужно торопиться. Они уже вполне могли добраться туда. Но они никогда не смогут прорваться через укрепление нового лагеря. Это им не нужно. Несколько месяцев назад они нашли путь, ведущий через горы прямо к свободной шахте. Кроме них никто о нем не знал. Но что случилось с магами огня? Кариста и остальные маги оставались последними, кто сохранил рассудок в этой ситуации. Они запретили нападение и потребовали объединиться с двумя остальными лагерями. Они запретили го... Ну да, Кариста и другие не должны были так вести себя. Гомес перестал доверять им и, внезапно напав, перебил всех. Ну понятно. Почему обрушилась старая шахта? Один оставшийся в живых рудокоп говорит, что во время работ на нижнем уровне они натолкнулись на подземную реку. Когда вода хлынула в шахту, сломалась одна из подпорок, и верхний уровень обрушился. Из тех, кто находился в шахте, уцелела лишь гор. Я видел стражников, охраняющих закрытые ворота. Держись от них подальше. Они нападут на любого, кто подойдет к лагерю. Они боятся мести за нападение на свободную шахту. Что вы с Мильтоном собираетесь делать теперь? Мы пока останемся здесь. Однако... Конечно. Разыщи Лестера и Горна. Скажи им, что мы четверо встретимся в нашем... Есть. Благодарю. Да. Так, ну окей. Я расскажу Лестеру и Горну об этом. Так. Лестера надо искать в горном форте, а Горна там, где мы с ним тролля, походу, убили. Давайте сначала доберемся до Лестера. Горн вообще-то в новом лагере может быть. А потому что в прошлый раз, когда играл, он уже был в новом лагере. Больше зелий. Понятно все, значит теперь воевать еще придется. Вообще-то я проходил игру, я знаю, что это будет. Блин, чё я зря трачу стрелы? Ой!
может быть. Ящерица, да, я так и знал. Бежим. Лестер там. А, мы снова вернулись сюда. Помните, как мы тут Юнитор добывали? Так, Лестер должен быть вон в той библиотеке. Эй, что ты здесь делаешь? Старая шахта обрушилась после того, как ее залила вода. Удачная шутка. Это не все шутка. Маги Круга Огня мертвы, убиты по приказу Гомеза. И что? Что тебе нужно? Недалеко от старого лагеря я встретил Диего и Мильтона. Они хотят встретиться с тобой на вашем обычном месте. Я еще немного побуду здесь, посмотрю старые книги. Но... я не понимаю. Как сказал учитель Юберион, невежда старается передвигать предметы руками, а мастер использует силу своего духа. Хорошо, хорошо, я все понял. Пожалуй, я пойду. Будь осторожен. Понятно, то есть он не собирается вроде как. А чё у меня до сих пор миссия поиска юниторов? А, надо же еще у этого забрать руду. Как его там? У Кроноса. Понятно, Мильтон пока еще не сразу придет. Да вообще-то и Горн тоже самое, у него своих дел по горло. Он сейчас пойдет этот... Извините, что я тут запнулся пару раз. Короче, он сейчас за шахту воевать будет. И я ему буду помогать. Бежим назад. Там теперь Горн. Проверим, там ли находится Горн. Если его там нет, то он должен в новом лагере.
уже, но начинает темнеть. Ладно. Давайте еще заглянем потом. Как его там? К Кавалорну. Стрелы купим. Так, стоп, я иду не туда. Сколько же их тут? Всех буду убивать магией. Ой, еще один остался. Ой, падальщик уматывает. Падальщика тут заколбасили. Падальщик мертв. Так, тут могут быть Глор. Тут может быть и Глор. Но его здесь нет. Ну и слава богу. Если Горна здесь нет, значит он в новом лагере. А его здесь нет. Ну все, значит, в новый лагерь. Хорошо, что ты вернулся. Нас постигло большое несчастье. Я в курсе. Ну-ка, я попробую угадать. Подожди. А откуда? Прямо перед тобой сюда пришел Горн. Вот. Почему Гомез решился на этот шаг? Почему он захотел выместить на нас всю свою злобу? Он же должен понимать, что его поступок может вызвать войну. Война уже началась. Старая шахта обрушилась после того, как ее залила вода. Обрушилась? Конечно. Тогда все понятно. Гомез лишился своей шахты. Так.
Гомес уничтожил всех магов огня. Убил всех! Они не покорились Гомезу и выступили против нападения. Значит, мы обречены. Несмотря на то, что ты принес эту печальную весть, я благодарю. Меня изгнали из старого лагеря за то, что я помог вам. Изгнали из старого лагеря, говоришь? Мы с радостью примем тебя. Спасибо. Означает ли это, что теперь я принадлежу гильдии магов? Значит ли это, что я буду принят в гильдию магов Круга Воды? Нет. Сначала ты должен принести клятву воды. Но я уже поклялся служить огню. Твоя клятва огню не будет нарушена. Но я не понимаю. К прежней клятве ты принесешь новую и станешь магом двух стихий. Сила огня и знания воды будут подвластны тебе. Это по мне. Я готов принести клятву. Я готов принести клятву. Служитель огня, повторяй за мной. Клянусь... Так, ладно, все. Пропускаем клятву. Все. Теперь я маг воды. А вот и Горн. Здорово. Недалеко от старого лагеря я встретил Диего и Мильтона. Это хорошая новость. Они хотят видеть тебя и Лестера на вашем обычном месте. Спасибо. Дружба – самое ценное, что у нас осталось. Ты уже почти один из нас. Что ты видел в свободной шахте? После осмотра руин я вернулся туда и захотел зайти к Окилу, хозяину свободной шахты. Но там я увидел только трупы. Еще я заметил, как стражники строили укрепление. А как две дюжины стражников справились с гарнизоном наемников? Мне показалось, что это было нападение из-за... А внезапность, как известно... является очень большим преимуществом. Что ты собираешься делать теперь? Нужно заново организовать... До того, как придет Ли со своими людьми, я присоединюсь к отряду... А вы собираетесь нанести... Еще нет. Это... Если захочешь меня найти... Ты можешь? Я могу. Так. Я готов. Нужно 30 очков. Я... Недостаточно. А у меня сколько? 25. Ой, да ладно. Во имя... Так, отправляй меня к магам огня, ты упомянул кое-кого. Когда ты отправил меня к магам огня, ты сказал, что есть еще одно что-то. Да, я надеялся, что нам не придется идти на эту меру, обращаться к нему. Но все складывается так... Кому обращаться? Хорошо, много лет назад... Пожалуйста. Не торопи меня. Все мы, 12 магов, вместе создавали барьер. Но наши силы объединял и направлял 13-й маг. 13-й? Я всегда думал, что вас было только 12. Большинство людей, пришедших в колонию... Тот 13-й маг был нашим предводителем. Но однажды он покинул старый лагерь, который тогда был единственным в колонии. Да. Как зовут этого 13-го мага? А как звали этого 13-го мага? Его звали Ксардос. Помните, нам говорили в самом начале, письмо-то надо доставить. Помните, я принес письмо, но сказали, что это для Ксардоса письмо. Понятно. Почему он ушел из старого лагеря? Он стал изучать заклинания, призывающие нежить и дающие власть над магическими существами. Его опыты не понравились Гомезу, и не только ему. Многие маги отвернулись от него и больше не признавали за ним власть. А что было по... В отличие от Гомеза, Ксардос не был грубым мясником и ушел из лагеря, чтобы избежать конфликта. А где он живет? Он живет в уединении в башне, стоящей на земле орков. Их город находится... Я найду Ксардоса и попрошу его о помощи. Теперь только он сможет помочь нам. Но если он не знает, как это сделать, или просто не захочет... Захочет. Но есть... Проблемы. Да, мы много раз пытались связаться с Ксардосом,
Но нам это ни разу не удалось. Нам кажется, что он хочет, чтобы его оставили в покое. Что ты имеешь? Никто из наших гонцов не вернулся из его башни. Ты должен узнать, как можно пройти мимо его ужасных созданий. Это големы там. Все ин... И как же мне пройти мимо них? Я бы сказал, мой совет, поищи ответ на это в на... Может быть, в старых... Я просто... Я ищу... Ну, вообще-то знаю. Там есть три голема. Каменный, ледяной и огненный. Каменный его одноручным оружием завалить, ледяного шахнуть чем-нибудь огненным, а огненного шахнуть ледяным. Вот. Надеюсь. Вот что надо делать. Так, идемте. Я рад, что ты теперь с нами. Я ранен, ты можешь мне помочь? Я рад. Да подарят... Если ты ранен... Я могу вылечить тебя. Спасибо тебе, Риордан. Эй, нет, мне ж туда. Роско? А это кто такой? Я его не помню. Глупость неизлечима, я давно это знал. Заберем у него нашу награду. Ты принял правильное решение. Теперь ты один из магов воды. Добро пожаловать, брат. Сатурас сказал, что у тебя есть для меня награда. Как хранитель руды, я дам тебе небольшую часть наших запасов. Надеюсь, ты сможешь... Я могу... Свои маги. Мана плюс 5. Дурное дело не хитрое. Это нам понадобится. Дурное дело не хитрое. Так, теперь... Я... Купим у него руны. Я... Возможно... Сколько можно повторять одно и то же? О, сколько у него тут разных трансформаций есть. Ладно, тут шаровая молния, ледяная стрела, свет, ледяная волна, ледяная волна, стеленовая стрела, куни шар. Я верю всему, так. Что... Мне нужна ледяная стрела, шаровая молния, ледяная волна, ледяная глыба. Ну и простая молния. Все остальное у меня вроде как уже есть. Ну да. Только, блин, стоит это кучу денег. Так, отдаю свою одежду маг огня. Огненную стрелу отдаю. Свиток. Отдаю также свитки трансформаций. Мне они не нужны. Давай, ну, кроме лесного жука, пригодится еще. Продаю оружие. Опа. Скрушающий черепа. Урон 50. А, ну так там же мой сам, в самом верху. Так, а вот этот одноручник отставляем. Все остальное продаем. Оставляем только кузнечный молот и кир. Я не причастен. Оставлю пока. Да, дурное дело не хитрое. Знаешь, потом что-то есть. Продам еще трофей. Как можно не понимать этого? Наверное, это правда. Факела тоже. Не думаю, немножечко еще не хватает. Ладно, я могу продать. Мне казалось, что это проблема. Вот это. Не хотелось бы попасть в подобную переделку. Со мной такого не случится. Вилайс этот мне, не знаю, понадобится или нет. Конечно, его сложно не поможет. Продажи мяса. Конечно, его сложно не поможет. Продал, тогда продам все пиво.
лучше. Ну и крепкое пиво тоже. Со мной такого не случится. Блин, чё ж, все равно не хватает. Со мной обалдеть. Такого не случится. Что-то есть. Продам этот амулет. О, во, хватает теперь, как раз. Нельзя видеться, нужно говорят. Блин, у меня уже не... Нельзя я теперь... Видеться. Мне теперь не на что лук покупать. Подождем, да и стрелы больше покупать не на что. Как можно не понимать? Я не буду вмешиваться. Это же не хотел. Так. Что здесь можно хоть что-нибудь изменить. Ладно, давайте отоспимся. Уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. Я не причастен. Не думаю, что здесь можно... Только давайте изучим пятый круг, изучим сначала пятый круг магии, прежде чем отправляться к Ксардосу, а для этого мне нужен опыт. Но, к счастью, я вообще-то знаю, где его заработать, этот самый опыт. Помните башню одну? Там много скелетов. Сейчас мы туда отправимся мочить скелетов. Я раньше просто не готов был к этому. Но теперь я уже изучил четыре круга магии, у меня хороший мощный меч. И одежда нормальная. О, нифига себе! Я как прыгнул, мне урон не нанес, точнее, вообще никакой. Короче. Ну, давайте через Кавалорна пройдем. Все, на всякий случай. Ну, давайте лук отдадим Кавалорну наш. Вовне не на хотел бы я, чтобы за мной поступили так этому же. Делу. Надоело это слушать. Я понимаю, держитесь защищенными лучше. В старую шахту теперь нам тоже незачем ходить, она вообще обрушена и закрыта. Все. Тут парочка наемников или воров. Ну, короче, они вымогатели все. Ой, там гоблин вроде как был. Эй, там, сюда. Ай, на спину упал. Тут этот охотник. Эй, не бойся, подойди ко мне. Стражник. У тебя все в порядке? Здесь меня трудно будет найти. Меня не интересует хлам, который растаскивают стражники. Но я успел захватить кое-что из арсенала. О, еще один торговец. А покажи, что... Так, у него рута есть, арбалетики. О, тяжелый арбалет. Мне он нужен. Плюс самый мощный лук и самый мощный арбалет. Клинок наемника... Опа, он мощнее, чем мой легкий двуручник. Стоп, у меня же тут вроде как арбалеты есть. Стражниковские. Так, во-первых, Кавалор.
Покажи мне. Вот все. Вон, арбалетные стрелы. Лук у него, боевой лук самый мощный. 76 урон. Обалдеть. Нет. Мы тебе заплатить не сможем. Ладно. Что ж, идемте тогда охотиться. Брать и потом продавать их. Мясо тоже будем продавать. Исцелиться можно магией. Ладно, в земли орков мы пока не пойдем искать этого некроманта Ксардоса. Хуже все то, что... Мы будем охотиться. Чтобы получать опыт и трофеи. За опытом к скелетам, а за трофеями мы... Да вообще-то за трофеями мы в земли орков пойдем. Помните, там же еще много остеров живет. Вот остеров-то мы всех и перебьем. Диего. Привет! У нас хотя бы есть много разных рун. Только некоторые, по-моему, мне не подвластны, пока я пятый круг магии не изучу. Вот для этого мне и нужен опыт. Ксардос потом нас еще шестому кругу обучит, но это потом. Вот и башня. Башню.
исцелиться. Скелеты бегут. Боец скелетов. Ох! 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 Отстань. Блин, да он же меня убьет сейчас. Собака! Я ж заблокировал! Это нереально. Ну это ж просто читерство какое-то. Так, ладно. Тут вроде и так нормально. Так, одному скелету дали. Винты. Срочно восстанавливаем здоровье. Выпьем зельки. Тут я уже рассказывал, кстати, вам про баг. Вот ты, например, вот ты применил руну света. Или свиток света, ну неважно. Вот у тебя действует вот этот вот светлячок над головой. Ты сохраняешься с этим светлячком. И потом, когда ты загружаешь игру, то светлячка уже нету. Не знаю, что это за баг. Так. Вот. Тут еще ниже идет. Ничего себе. Там еще больше скелетов. Сдуем их. Такой простой скелет и так меня потрепал. Нет, отныне я их буду лучше огненным штормом пить.
Давайте лучше целительные травы сожрем. Дурацкие наушники. Ну, не дурацкие, просто спадают. Это я уже сам задел их. Провод. Точнее, задел. Вот они и спадают. Эликсир, эликсир. Рисовый шнапс. Сгоревший факел. Тут целый лабиринт. Как бы не заблудиться. Так, куда нам пойти сначала? Давайте туда. Здесь разделяется еще на два прохода. Пойдемте в тот. Только там скелеты. Да, говорю же. Эй! Ты ублюдок! Использовать магию! Собака! Свет делать заново. И еще кто баг. Вот, все, спустился я. Сейчас я надаю тебе. Вам. Лучше сохранюсь. Когда убью вот этого подонка. Добраться к скелету с той стороны. Это совершенно другой проход. Вон скелет. Какой-то скелет. Простой? Что у меня пока еще нету руны или хотя бы свитка вызова скелета. Но я все равно не смог бы их вызывать, потому что нужен для этого пятый круг магии. Ладно, я еще дам этим скелетам пинты.
одним скелетом меньше. Приготовим оружие. Так и сделаем. Ох! Ох! Да сфигли! Ой, но я не умер. Нет. Мой меч остался лежать там. Вооружусь магией. Походу эту башню. Все скелеты мне слишком много урона наносят. Чёртовы собаки. Ничего, потом я буду вызывать своих скелетов, и они будут мне прислуживать, так сказать. Сохранимся. Еще один скелет.
постоянно восстанавливать здоровье. И сохраняться. Забыли, я еще хочу новый уровень получить. А пока что я его не получил. Но мне еще много опыта надо, я ведь новый уровень-то получил недавно. Так, снова два тупика. Нам больше нечего делать и там тоже. Но я, кажется, заблудился. Да нет, все, вот там два тупика, все. Там делать нечего. Идем сюда. Так. Мы пришли оттуда. Так. Там я все исследовал, значит, мне сюда. Заведем их туда. Там их мочить легче. Поодиночке легче убивать. Мертв еще один скелет. Все.
только одна дорога туда. О, я знаю, что делать. Я сейчас заморожу всех скелетов. Так, порталы уберу. Шаровая молния, ледяная стрела. Ледяная глыба. Вот, ледяная волна. Круг пятый. Блин. А ледяной глыбой тут их всех мочить неудобно. Шаровая молния. Круг третий. Так, ладно, проверим. Жахнем вон тех. Это ни хрена не сносит, урода. А, но он там дергается и останавливается на некоторое время. Ё-моё, вас слишком много, ребята. Я не сохранялся. А, нет, я сохранялся. Тьфу ты. С ума уже схожу. У него ж крови нету, одни кости. Маг скелетов. Только его здесь не хватало, он же новых скелетов вызывать будет. Мне необходимо вывести его из строя. Thank you.
больше здесь нет магов. Скелеты. Ой, а у меня нет маны. Еще и свет погас. Ой, вечереет. Я тебя вывожу оттуда, а ты... Тьфу с тобой. Ладно уж. Из строя вывести, а не обыкновенного.
тупик. Значит, мне только туда. Отсюда. Это выход, ура. Я сейчас могу до болотного лагеря доплыть. Но опыта я все равно не набрал достаточно. Поплыли в болотный лагерь. Цепи, которым этот мир сковывает его, и доказать, что он достоин получить это магию. Мудрец рассматривает ситуацию в целом. Мне уже надоело это слушать. Я теперь за... Так. Задание новое. Пока я ничего не понял, ваше, возможно, еще не... Возможно. Пришло. Ладно. Дождемся, значит, пока время придет. Возможно, позже. Похоже, мне надо будет следующие книги искать. Все, отоспались. Ну ладно, на этом прохождение подходит к концу. До свидания.